Всем привет, с вами Дэрил Виндзер. Сегодня продолжаем игру Хаус Липпер. Я вот тут у себя на участке ремонт затеял. Ну как ремонт? Нифига себе, как размытие идет. Чуть-чуть в настройках поковырялся. В общем, хочу красивый дом сделать. Более-менее. Стоило ли это размытие вообще добавлять? Я даже не вижу, что я кашу. В общем, хочу дом панелями обложить, новыми, деревянными. Я бы, конечно, каменные поставил. Но оказывается, я еще не могу панелями укладывать. Нужное задание не прошел. Так. Тут между деревьями проходить можно. Вот что интересно. Вот они лежат у меня. Бесхозные. Ничего с ними не сделаешь. Пока не открою укладку. Давайте быстро посадим. Ты чё? Центральная. Понятно. Выдача. Что-то им. А, это заправка. А, кстати. Видишь, белые полоски были синие. Ну как его? Окантовка. Я, короче, решил все-таки все поменять, попробовать. Давайте начнем копать наше фирменное копание, в котором ничто не сравнится. Кстати, что там по навыкам? Яма выкопана достаточно. Нет, это не то. Переговоры, кстати, вкачал. Возможно, договориться о цене. Только я не знаю, к чему это приведет. Разгром. А, вот, вот это. Посажено 16 растений. Но я 16 не посажу, я посажу, наверное, 10. Да. Жаль, лопата убирается, а? После первого выкапывания. Это не очень хорошо. Люблю сосны, кедр. У них иголки такие большие, пушистенькие. Но правда, это не сказать бы, что... Тут, короче, картинками... Эти иголки там, деревья. Не, я в смысле, не каждая иголочка проработана, а просто картинка. Да, все равно красиво, если не разглядывать близко. Так, еще пару ямок осталось. Я панели тут оставлю. Дверь, кстати, все-таки решил поменять. Еще одна ямка. Все. Погнали. Оп. Сразу поставите. Руки тоже поменял. Хочу посмотреть, как будут выглядеть человеческие. Ну, похоже, никакой разницы нет. Все-таки киборг был круче. Санта-Клаус, не знаю. Громкость игры прибавил.
Чё, выделить тяжело, блин. Эй, ты где? Да. Мне микрофон звуки отдает, потому что он прикреплен близко к рукам, именно стойка. И если я, допустим, что-нибудь на столе делаю, иногда звуки выдает. Женя, к другим местам не могу прицепить. Да что ли, все пять, все пять. О, прям как в цвете этот окрасились. Красота. Даже ощущение, как будто они стали шире. Ну, надеюсь, меня здесь не задавит. Но вот такую дверь поменял. Чуть-чуть подкрасил здесь. Надо было что-то темнее брать. Темнее какао. Здесь стенки можно расширить. Вот мне интересно, вот это снести можно? Стенку. Так. Нас еще не хватало. Соседи, блин, настолько по полу стучат, что штукатурка падает, а? Почему у меня звук с левой стороны? Ухо. Так, давайте начнем. Эти заказы проигнорирую пока. Новая стена, заняться с... Надо заняться стеной. Прошу мне помочь, я заплачу. Что тебе надо? Студентам сдают квартиру. Нет. Здесь нет того, что мне надо. Так, ну-ка, чё? Жаль, здесь нельзя посмотреть задачи. Покедова. Давай назад. Что еще есть? Реновация дома. Покрасить. А, заказ уборка гаража. Блин, видимо, нету. Ладно. Как тебя? Анатолий Грибников. Здравствуйте, я обращаюсь к вам с просьбой построить дополнительную стену в нашем доме. Моей дочери уже 3 года, и я думаю, что это подходящий момент, чтобы у нее появилась своя комната. Разделите спальню на 2 помещения. Обе комнаты должны иметь двери, выходящие в коридор. В комнату дочери поставьте, пожалуйста, новую кровать. А старую детскую продайте. До свидания. Ладно, погнали. Не будем заставлять себя ждать. Семь тысяч, семь тысяч, семь тысяч. А чё не так? Зачисление заработной платы. Ну, это было. Коммунальные, видимо, оплачивают. Такс. Погнали! Время не ждет. Ведь такое. Фига себе. Надо бы себе тоже установить такие. Между елок вообще топ будет. Смотри, что. Елки, представь. Ночь. Елки. И вот такие светильники горят. Ладно, если что, меня тут не было. Я все включу, меня тут не было. Отремонтируй. Что? Электрическая розетка. Вижу где-то там. Нету. Здесь, может. Блин. Ай, ты ж японский бог. А вон она, реально она. Зараза, нафига так прятать, а? Ну все, теперь не влезет. Хозяева скажут, что я дебил. Ладно. Черт с ним. Ремонтируем. Ай, током ёбнуло.
Извиняюсь за выражение. А, нет, еще не ударила. Чё он так искрит? У них напряжение, что ли, скачет? Всё. Розетка в ажуре. Это она не лезет почему-то. Что довольно странно. Возможно, проблема с этими предметами. Не нанимайте меня, ради святого, иначе я вам весь ассортимент подпорчу вот так. Ненароком. Не, я, конечно, на место поставлю. Почти. Знаете, почему не лезть? Потому что это сраная розетка. Только так. То вот это до конца. Да. Может ее убрать вообще оттуда? Эй, ты, где ты там? Ее даже не уберешь, ведь а? Нахрена ее сюда надо было ставить, если сюда даже мебель не лезет? Совершенно логическим образом. Не понимаю. Ну-ка, ну-ка. Нет, не лезь. Поставили розетку на свое горе. Как вообще сюда все помещалось? Я поставить даже не могу. Ладно, я ее починил, главное. Уничтожь стены. Нормально. А здесь что надо сделать? Ладно, я еще не уничтожал стены вроде бы. Как бы меня не прижало этими камнями. Идеально ровно, что странно. Погнали. Сегодня разрушитель стен. Все, что ли? Еще вот эту надо. Да, долго. Хорошо, что тут детей сейчас нет. Так, новый уровень. Все, разнесли. И разгром. Разборка быстрее, сила увеличена. Стальной трицепс. Усовершенствованный молот. Разборка быстрее. Давай-ка разборку лучше. Так, здесь стену надо построить. Вот разметка. Не для меня ее поставить, наверное. Или это стена? Не понимаю. Почему так-то? Тут же шкафчик стоит. Старую детскую кровать надо продать. Нет, не понимаю. Ну ладно, черт с ними.
Просто если я сейчас так построю. Нет, красная метка это за ней надо. Вон я по миникарте смотрю. Да, все правильно. И новочку. Что надо? Строительство быстрее, построенная стена уже покрашена. Можно построить три стены одновременно. Давай-ка вот это. И как это сделать? Три стены одновременно, говорю. Строительство должно было дольше быть. Так, достраиваем стенку. Понятно, режимы все-таки придется менять. Тоже строительство, что ли? Уже покрашено. Строительство быстрее. Там не закончил. Точно не закончил. Марик, точно. Кроватку теперь надо. И один вопрос, они красить стены не будут, что ли? Да пускай будет это, красиво же. Одну подушечку можно вот такую сделать. Куда вы ее хотите поставить? Сюда? Ну, в принципе, это логично. О, да ладно. Вообще не ожидал. Я думал, все возьмется. Я даже удивился, почему оно взялось и поставилось сюда. Тут же как бы полка мешает. Короче, я, наверное, стену тоже покрашу им. Сейчас. Даже можно чуть-чуть от стены надо. Вот так. А, нет, не надо. Еще не дай бог упадет с кровати. Потом мне штраф вышлет. Ну, я заказ завершил. В принципе. Ну, от тебя дополнил. Уже за свои деньги. Так, лампы. Что надо? Стены. Краска. Грязно-розовая, малиновая. Постельно-розовый. Почему через А? Написали. Фиолетовый, синий. Очаровательная лаванда. Светлая лаванда. Давай вот этот. Надеюсь, краски хватит. А, я уж выбрал. Тик-тик, тик-тик-тик. А тут заказ не завершен же пишет. Интересно, почему? Типа я накосячил? Непонятно. Совсем непонятно. Вот я тебе навык не вкачал,
Он бы красил без конца уже прокрашенную стену. Просто краска на ветер бы уходила. Я все думал, почему он так бесконечно красит одну стенку, которая уже покрашена. А тут оказывается... Вон что. Стены Ниппеля. Краска вообще быстро кончается. Но за одну банку я нормально накрасил. Чего побольше прокрашивать? Все, закончилась краска. Да. Так, чей там покупал? Ага. Уже тут. Сейчас. Все-таки для ребенка стараемся. 3 годика. Пусть вообще краска кончается, а? Так, здесь хватило? Хватило. Осталось немножко. Продаем. Он же нормально, красиво, розово. Электрическая розетка еще где-то, поэтому у меня не до конца. Блин, вы издеваетесь? Это что за цвет? Так, стены, краски. Серебристо-серый. Сейчас попробуем. Вообще тот цвет? Без понятия. Пока не попробуешь, не узнаешь. Ну-ка. Нет, надо светлее. Надо светлее. Так, стены, краски. Вот это может самое первое. Столько денег трачу на это. Тоже нет. Да вы издеваетесь, что ли? Какая краска-то? Музыка даже сменилась. Серебристо-серый. Только белый. Попробуем. Зажми и измени на покраска. Во, нашел. Прикинь, нашел. Тупо белый называется. О, покраска что ли? Покраска быстрее, расход краски меньше. 3 стены одновременно. Давай-ка расход. Да, у меня краска быстро кончается. Чтобы хватило надолго. Все, готово, короче. Могли кровать заправить при мне, а? Все, теперь надо розетку найти, которую надо починить.
Это же одноэтажный дом. Я без понятия, где ее чинить надо. Но здесь все работает. Починено. Странно. Ну-ка, задание. Подвал! Еще и подвал есть. Нифига себе! Подвал. Ну, я подошел. Изволь. А, это не та розетка. Тьфу ты. Теперь понимаю, зачем ее поменять надо. Она вся в хлам. Блин, не работает эта фигня. Ух, все закончил. Наконец-то. Облицовка и... Ай, не облицовка, как его? Кладка панели ведь так и не научили. Ладно. И к с ним. То есть не научились сломать. А может и умели. Я вроде до этого не ломал стенки. Я только строил. Нет, не хочет. Возможно, он ломает стенки другие. Недоступно. Ладно, всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Дэрил Виндзер. Всем пока.